Неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Специалисты Министерства природных ресурсов республики проверили участок лесного фонда, который выделили предпринимателю под развитие пасеки. А обнаружили там кабанов. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Все началось еще в 2012 году. Тогда Станислав Смирнов в опытном лесничестве взял в аренду на 10 лет лесной участок, чтобы организовать там пасеку. Дело, судя по всему, пошло. Тут как раз подоспел закон о безвозмездном предоставлении гражданам лесов под сельскохозяйственную деятельность для собственных нужд. Так Станислав получил под развитие своей пасеки еще 2 гектара. Однако во время одного из рейдов специалисты лесохраны выяснили интересный факт. Один участок действительно использовался по назначению, а на втором, который представили безвозмездно, вместо ульев и пчел жили кабаны. Или, как утверждает пчеловод, домашние свиньи-полукровки темного цвета. Кто бы то ни был, вместо сбора нектара и опыления растений, они вытоптали и съели всю траву. Я их содержать не хотел. Я их временно хотел разместить здесь. И потом в июне месяце хотел увезти. Но получилось так, что лесничие обнаружили и... Там маленько было повреждено земельный покров, трава, то есть свиньи съели. Теперь буду исправлять, приводить, как было раньше. По закону на участках лесного фонда, которые граждане получают под сельхоздеятельность, допускается только 2 вида – пчеловодство и сенокошение. То, что мы сегодня увидели, человек оформил данный договор и данный участок использует не по назначению. В республике это мы считаем недопустимо, и к ним будут приниматься жесткие меры. Я предупреждаю всех участников, которые будут брать в аренду данные участки, использовать только строго по назначению. Кроме восстановления покрова, за нарушение лесного законодательства пасечнику-любителю грозит штраф. Ну а специалисты лесной охраны теперь будут тщательнее проверять угодья, чтобы опять не пустить свиней в огород. Или в данном случае в лес.